Привет, друзья. Мне там задали вопрос, Лечке, как понравится. Но это интересный вопрос, правда? Подождите одну секунду. А я вот смотрю на разных людей, которые выступают по телевидению, в интернете, и думаю, вот один у себя такой, ну, как себе, ну, говорит глупости какие-то, глупости, но так говорит легко, свободно. Что интересно, интересно. Вот смотрите, я микрофон еще раз проверяю, последний раз больше не буду. Да, хочешь понравиться, будь естественней. Да, чем естественнее себя чувствуешь, тем естественнее выглядишь, тем ты светоноснее, тем ты магнитнее. Да, ну потому что свободных людей мало, все зажатые. Задумчивые какие-то там, решают какие-то свои проблемы, угрюмые, поэтому у них ощущение нерадостное, они не дарят радости, а ты должен дарить радость, если хочешь понравиться, не хочешь – не дари радости. Это твоя задача, я уже стараюсь быть естественным. Это очень сложно. Почему? Потому что, с одной стороны, быть естественным, то есть раскрепощенным, а с другой стороны, сосредоточенным, вот как соединить инь-янь, в этом же весь вопрос. И вот почему нам нужно практиковать нулевое состояние. Это технология, потому что мы очень часто зависаем, как компьютер, в какой-то проблеме, в какой-то вот смотрите, в какой-то задействованности мы зависаем, не можем никак переключиться. Вот когда мы раскрепощены, как будто выпили 50 грамм, поэтому раньше артисты перед выступлением 50 грамм для храбрости, а вместо этого можно использовать собственные 50 грамм, которые внутри нас, эндорфины, взамен адреналина. Если бы люди умели раскрепощаться, знали методы ключ, ну, допустим, миллионы лет назад, виноделие, как я говорю, не создалось бы. Потому что вся аптека внутри нас. И чтобы быть раскрепощенным и одновременно сосредоточенным, чтобы не выглядеть дурашливо, потому что если ты перепьешь... Ну, видно, что выпила, тебе все пофигу, это уже бутылка, дозу надо знать. Поэтому у нас есть обнуление. Для того, чтобы перейти на ноль, там есть дозирование. То есть ты делаешь немножко приемов, раскрепощаешься, больше их делаешь. Например, вышел на повторяемое движение, которое хочется делать бесконечно, и ты его делаешь, выходишь на ноль. И там безмятежность, и суеты мысли, и шторма на состояние нуля, состояние свободного сознания, без страха, комплексов и стереотипов, без зависимости. Но это же нирвана. Вот почему практикуют ноль. Для того, чтобы научить свой собственный мозг легко переключаться, не зависать, а быть раскрепощенным. Быстро перестраивается в зависимости от ситуации, и поэтому чувствует себя естественнее, и в то же время быть сосредоточенным. Да, это как раз-таки практика в нулевом состоянии. Когда вы несколько дней, допустим, в удобное время для себя снимаете зажимы, делаете, например, вот так, кроме всего прочего, добавляете, берете кулак, и вот здесь вот у вас затылочная часть, вот так вот берете, раз, разминаете, о, как хорошо, венозный ток, налаживаете кровоснабжение мозга, улучшаете. Чем естественнее ведешь себя, тем больше нравишься, потому что раскрепощенный и в то же время сосредоточенный. Вот я помню, когда я раньше большие залы, это было много лет назад, много-много десятки лет назад, гипнотизировал, я одновременно был сосредоточенный и в то же время был свободный. То есть я вот говорил что-то, а каким-то общим, таким рассеянным взглядом видел весь зал. И одновременно я как-то чувствовал, как на шахматной доске,
даже не задумываясь, куда двигать короля или пешку, или королеву, как-то вот так вот чувствовал вот эту вот энергетику шахматного поля и шахматного зала, можно сказать. И вот так вот говорил слова в зависимости от того, как я чувствовал ситуацию, потому что я был раскрепощенный и в то же время сосредоточенный. Да, потому что, видимо, нулевое состояние у меня в крови, потому что я парень задумчивый. А когда вот такой бываешь задумчивый, замечтавшийся, созерцательный такой, да, ну там тоже тренируется нулевое состояние. Поэтому мы практикуем ноль. Поэтому люди и занимаются медитацией, потому что они там практикуют нулевое состояние. И поэтому 30% из них, из всех людей на земном шаре, да, занимаются медитацией, очень легко выходят на это медитативное, так называемое, состояние. Чем отличается медитативное состояние от состояния нуля? Да, тем, что однажды оно бывает направленным, вот эта медитация, это поточное состояние. А когда оно пустое, это пустотная медитация. Вот пустотная медитация – это и есть ноль. И там происходит восстановление, включение внутренней аптеки, эндорфинов и всех таких гормонов. И ты становишься роскошный, светящийся, как говорит мой друг, великий физик Ноябрь. Светоносными мы становимся. Да, мы же все кусочки солнца, условно говоря, да? Ну, короче говоря, хотите кому-то понравиться, будьте естественнее. Но когда вы хотите кому-то понравиться, вы уже и сосредоточены. Поэтому, чтобы соединять сосредоточенность с раскрепощенностью, соединять вот этот вот направленность, такую задействованность, с таким объемом внимания, одновременно участник события и его свидетель. Для этого и нужна практика нуля. Сейчас повторю громче, потому что мне там написали, вы когда прямо приблизили микрофон, прямо такой голос был, как дикторский. Видите? Чем свободнее, тем интереснее. Однажды в Институте новых технологий образования я там читал доклад. Это было тоже лет 15 назад. И там мы потом вышли, там окна стояли, а сзади рядом недалеко стоял какой-то человек, и другому говорит: «Слушай, я, говорит, ничего не понял из доклада, но так интересно». Да, так интересно, потому что больше людей привлекает ваш дух внутренней свободы. Он замечается в первую очередь, а потом уже ваши слова. А если даже ваши слова как-то непонятны, ну, может быть, в этот момент он не понял, потому что сам был зажатый, но он привлекался, ему было интересно, потому что ты был свободен. Да, хотите быть магнитом, хотите быть солнцем, хотите быть светоносными, будьте раскрепощенными. И, во-первых, запомните, никому вы не нужны, поэтому не бойтесь. Вы нужны только своей маме и своему папе, и своим близким родственникам, и своим друзьям. И еще друзьям, тех, которые друзья друзей, и вообще всем, всему человечеству. При одном условии: если вы делаете людям хорошее, если вы искренне хотите сделать хорошее, и у меня есть афоризм, маленький поступок, хороший, даже очень маленький хороший поступок, полезен для всего мира. Да, друзья, вы меня поняли? Поняли, поняли. Раскрепощайтесь, делайте время от времени волну, упражнение волна, разминайте вот так шею, разминайте точки хэгу. Еще раз потом покажу вам синхронасос, который повышает стрессоустойчивость одновременно с иммунитетом против всяких вот этих маленьких таких, которых не видно.
Да, и мы победим, друзья. Мы победим. Конечно, победим, а куда мы денемся?